Сегодня на объекте Жукова 11, корпус 1 строящегося комплекса Welton Towers мы принимаем последний бетон на плиту покрытия 53 этажа на отметке 176 метров. Первый бетон на фундаментную плиту Жукова 11, корпус 1 был принят 14 февраля 2018 года. За 19 месяцев упорной и кропотливой работы силами первого строительно-монтажного треста управления монолитных работ было принято в общей сложности 24 300 кубических метров бетона. От имени всех ИТР Жукова 11 благодарю за проделанную трудную работу бригадира арматурщиков Поменчука Василия, бригадира монтажников Медовика Виктора и бригадира шлифовщиков Стыцука Сергея. Высокий темп производства работ был выдержан благодаря работе как инженерно-технического состава АБУ «Жукова», так и всех подразделений концерна «Крост», которые были задействованы в этом процессе. На объекте «Жукова-11» работы до конца не завершены. Впереди еще второй и третий корпуса, на котором ведутся монолитные работы. Работы будут выполнены в срок, согласно графику производства работ. И с высоким качеством. Выражаю благодарность за оказанное доверие и предоставленную возможность участвовать в реализации данного проекта управляющему первого строительно-монтажного отреста Рыбаку Денису Ивановичу, заместителю управляющего первого строительно-монтажного отреста Королькову Александру Владимировичу, главному инженеру управления монолитных работ Луцуку Дмитрию Викторовичу и заместителю начальника управления монолитных работ Черепну Евгению Николаевичу.